И снова рост. В стране выявили 1001 случай ковида. Число инфицированных с начала пандемии превысило уже 243 тысячи. К сожалению, победить вирус не смогли еще 27 пациентов. Тем временем в больницах лежат больше 3000, из них 304 в крайне тяжелом состоянии. Еще 6 с лишним тысяч лечатся на дому, а почти 18 тысяч под наблюдением врачей. За сутки 1289 человек были объявлены здоровыми.